Вот товарищ милиционер, полицейский. Мужик участковый. Открывает, разрывает вода. Второй открывает вода. Второй кинем больше ноль. Я прошу прощения, что лишил вас возможности смотреть. Спасибо большое, спасибо, ребята. Спасибо огромное. Простите еще раз, что я не дал вам возможность посмотреть футбол. И заставил ждать много часов. 13-часовой обыск завершен. Какое-то, видимо, случилось преступление века, потому что мы знаем, что в этой следственной группе 160 следователей. Устал. Прям вот физически, вроде ничего не делал целый день, а физически очень так утомительно. Да. Так. Так, нам нужно сейчас менять пароли на всем, потому что иначе они просто зафейлят мою почту. Так, все, спасибо большое. Ага, давай. Еще раз будешь критиковать ДМП, будешь наказан. Я видел твою запись в Твиттере. Так, пароль. Давайте, я за вами пойду. Что, погнали? Все. Всем удачи. Пока. Все, счастливо. Это, конечно, в Москве очень смешно. Не, на оперативнике. Я думаю, что они очень смешно смотрятся, конечно, как они в машину садятся в этой маске. Ну вот, закончился только что последний, я надеюсь, что последний обыск, который прошел в помещении Фонда борьбы с коррупцией, обыскали наш сейф, который не могли обыскать вчера. Изъяты из него денежные средства, не изъяты, обнаружены денежные средства в количестве 570 рублей. Там были обнаружены также трудовые книжки наших сотрудников и моя налоговая декларация. После какого-то там небольшого совещания следователи решили, что ничего им не представляет никакого интереса, поэтому они осмотрели сейф и уехали. Пока у меня нету ни вызовов на другие допросы, обыски или другие следственные мероприятия. И я так, насколько я понимаю, с обысками тоже мы закончили. Что будет дальше, не понимаю ни я и ни члены следственной группы, которых очень много и которые не в курсе вообще общей стратегии расследования. Вот, собственно говоря, и все. Сначала они сказали, что, наверное, заберем налоговую декларацию. Но как-то они посовещались по телефону с руководством и решили, что налоговая декларация их не интересует. Все, спасибо большое. Здорово, Дима. Ну все. Наконец-то. Очень, честно говоря, надоели они вот это вот такая просто бессмысленная потеря времени. Ужасно. Сейчас я уберу все в сейф. Думаешь, фотосейф не надо ждать? Фотосейф не надо ждать. Там еще не нашли 570 рублей. Не изъяли, да? Нет, не изъяли, просто обнаружили. Ваши трудовые книжки подозрительные очень.
между прочим, нашли обойму. И тоже не взяли? Ну, у нас пустая травматическая пистолета, которые у меня дома находили.